не берсерком. О! Да, конечно. О! Поехали. Саша Гельман! Наконец-то! Ждали мы его полтора часа. Можно сказать, ради этого собрались. И он играет ежа. Ёж, врёшь не возьмёшь. Ну так это ролик с двойным комментированием, сынок. Это Джон Рэмбо, сэр. Ой, сюда пойдет, будет жертвовать, да? Николай Дубовик. Блин, будет жертвовать. Хорошо вам. Точно интересно. Будет жертвовать. Точнее, сюда, но мы можем сюда пойти. Ладно, надо играть быстрее. У нас фора по времени. Главное не бояться. Мы не из пугливых. Но не дает нам Александр создать нашу игру, хотя у нас теперь есть ход h3. Пешку мы держим. Давайте пока сюда. Нет. Ладно, взял. Отошел королем, чтобы не было шаха. Король. Ну, король тоже вперед пошел. Какой вот ходец. Ну что, пока перевели. Какой вперед вот ходец. Он. Вперед идет. Блокируем. Тяпнул жадно. Что я зевнул? Что-то зевнул. А что-то я зевнул. Такой. Ладно, сюда. Сюда. И как-то так. Крепко встал. Крепко встал. Может быть, так пока. Почему вы не комментируете матч Яна и Карлсона? Что-то тут это вокруг горла петля-то начинает все-таки сжиматься. Ну и потом есть люди, которые специалисты в этом. Мне не интересно, я скажу, что мне не интересно. Реально не. По 30 секунд у нас уже. Всю фору профукал. Так. С молодежью Веншпиль. Конем берет. Ну зачем ты делаешь необдуманные ходы такие? И пошли последние секунды матча. Че сюда отдаю? Зачем? Зачем? Ну не надо так играть. Давай. Жахнуть. Последние секунды матча. Это зря. Да почему ты коня-то не съел? Победа! Ой! Ну это, конечно, фантастика. Победа! Это фантастический шлепинг. Но вот здесь, победа! Вот. Все, подловил на предходе, съешь коня. И все, съешь коня. Если он идет сюда, пешка бежит. Но я решил, что...